Здравствуйте! Сегодня готовлю шашлычки из свиной вырезки в духовке. Мясо получается мягким, нежным и сочным. Таким его делает маринование особым способом, которое и сохраняет все соки внутри каждого кусочка. Шашлычки имеют интересный вкус, остро-сладкий, с аппетитным чесночным ароматом. Подавать мясо можно как на шпажках, так и сложив горкой на тарелке. Ингредиенты и пошаговый рецепт в описании под видео. Блюдо приготовлено по рецепту Гордона Рамзи. Приготовим маринад. Для этого измельчаем чеснок. Корень имбиря трем на мелкой терке. Добавляем яичные белки, соевый соус, мед и кукурузный крахмал. Хорошо перемешиваем венчиком. Именно белок и крахмал обеспечивают мясу корочку, которая и сохраняет всю влагу внутри мяса. Свиную вырезку нарезаем на медальон толщиной 0,5 сантиметра. Складываем кусочки в миску с маринадом. Хорошо перемешиваем руками. Накрываем пленкой и оставляем мариноваться минимум на 2 часа, а лучше на всю ночь в холодильнике. Перед началом приготовления заливаем деревянные шпажки водой, так они не сгорят в духовке. В маринованное мясо добавляем немного соли и перца. Хорошо перемешиваем. Нанизываем кусочки мяса на шпажки. Всего получится 4 шашлычка. В это время духовка должна уже быть хорошо разогрета. Я использую режим гриль, температура 250 градусов. Если у вас такого режима нет, то используйте максимальную температуру вашей духовки. Запекаем шашлычки 8 минут, а затем переворачиваем на другую сторону. Отправляем мясо в духовку еще на 4 минуты. Шашлычки готовы. В качестве гарнира отлично подойдет кускус с овощами, рис или салат. Приятного аппетита! Спасибо за просмотр, ваши лайки, комментарии и подписку. До новых встреч!